кафедральном соборе города Солигорска Рождества Христова будет совершаться праздничное всеночное бдение 18 января в 17:00, которое возглавит пресвященнейший Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский. И затем в кафедральном соборе будет продолжаться богослужение уже в полночь. 23:30 будет начало исповеди для всех желающих, кто захочет исповедоваться, причаститься святых христовых тайн. В полночь начнется первая ночная божественная литургия, которая продлится примерно до 2 часов ночи, и после которой будет совершаться великий чин освящения воды, или чин великой агиасмы, вот, когда мы будем освящать воду в емкости, и уже все желающие, кто будет за богослужением и кто будет подходить к этому времени, смогут набрать уже крещенской воды. Затем в нашем храме будет совершаться ранняя божественная литургия в 6:30 утра начала, после которой также будет совершаться чин великого освящения воды. И для желающих в 9:30 будет совершаться также поздняя божественная литургия в нашем храме, после которой также будет освящаться чин великого освящения воды. И затем на протяжении всего дня крещения Господня до 19:00 в кафедральном соборе Рождества Христова будет раздаваться крещенская вода. Можно будет прийти в храм и набрать этой водички.